Итак, всем привет на моем 20-м стриме. Мы начинаем проходить игру Pokemon FireRed. В переводе на русский язык. Так, не громко ли игра? Вот. Соответственно, это платформа Game Boy Advance. Кто не знает, FireRed это ремейк самый первый Pokemon Red, которая выходила на геймбое первом, ну в общем, который черно-белый. Вот, и начинаю проходить перевод 2D шедевр. Я никогда раньше не играл ни в одну из игр про покемонов. Вот. Так, для начала рассмотрим кнопки управления. А, стоп, это я не то нажал. Хорошо, рассмотрим. Так, ну движение, понятно, так, подтверждение А, выход Б. Старт, понятно, селекция тиров QC, так, вот, LR это помощь. Отлично. Мир, в который ты сейчас войдешь, полон удивительных приключений, и ты станешь их героем. Говори с людьми и ищи полезные вещи в городах, на дорогах и в пещерах, собирай информацию из всех источников. Помогай людям, преодолевай преграды, разгадывай тайны, и новые пути откроются перед тобой. Иногда тебя будут вызывать на бой другие тренеры. И дикие покемоны тоже смогут напасть на тебя. Наберись смелости. Надеемся, что это приключение поможет тебе в твоем личном росте. Вот наша основная цель. Нажми кнопку А, и твое приключение начнется. Привет! Рад тебя видеть. Добро пожаловать в мир покемонов. Меня зовут Ок. Еще все называют меня профессором покемонов. Этот мир населен существами, которых мы называем покемонами. Некоторые люди считают покемонов домашними животными. Другие используют их для битв. Что до меня? Я ученый, изучающий покемонов. Расскажи немного о себе. Ты мальчик или девочка? Ну вообще да, такой вопрос нормальный, потому что по японцам иногда не скажешь. Ну, я, конечно, выберу мужского персонажа, ну, чтобы было проще читать. А как тебя зовут? Ну, я думаю, назову как в аниме, в принципе. Да, ну, думаю, ладно. В принципе, пусть будет Эш. Так, тут где-то вроде маленькие буквы можно было выбрать. Ну я так, перед стримом чуть-чуть там пробежался, чтобы не запутаться в самом начале. Так, Эш. Ок. Так, тебя зовут Эш? Да. Это мой внук. Вы соперничаете во всем с самого детства. Вылетело из головы его имя. Лол. Ну опять же, да, не будем отходить от аниме, назовем его Гарри. Его зовут Гарри? Да. Так, сейчас извиняюсь. А, я вспомнил, моего внука зовут Гарри. Эш, твоя собственная покемон-история готова начаться. А мир покемона ждет тебя. Вперед! Так. Видимо, мы находимся в своей комнате. Большая коллекция книг о покемонов. Симпатичный гардероб, очень вместительный. Так, комп. Эш включает свой ПК. Куда ты хочешь войти? Ну, давай посмотрим, что за хранилище такое. Забрать вещь. Ну, у меня, наверное, зелье есть. Ну ладно, отмена. Оставить вещь. А! Ну, давай заберем зелье, почему нет? Так, почтовый ящик, писем нет. Ладно, пойдем. О, а это NES, да, лежит? Блин, это реально, это NES. Эш играет в Дэнди, тут перевели. Хорошо, пора идти. Стоп, там что-то еще на стене висело. Здесь инструкция, если запутаешься, вызови справку, нажми кнопку L или R, ну это понятно. Вот, LLR вот это вызывает.
ну, в принципе, тут об этой игре. Ну, в общем, понятно. Беспроводной адаптер. О, мама говорит. Верно, все ребята однажды покидают отчий дом. Так говорят по телевизору. Профессор Ок, наш сосед, искал тебя. А, ну раз искал, сейчас то пойдем к нему. Так. Что, у нас в почтовом ящике ничего нет? А, здесь живет Эш, понятно. Здесь живет Гарри. А дома есть-то? А ты кто? Привет, Эш. Мой брат ушел в лабораторию дедушки. Ну, то есть, стало быть, это его сестра. Сестра Гарри. Так, а это что за клумба? Палет Таун. Лучшее место для отпуска. Ну, ок. Хм, это верно. О, клиника. Чё тут? Памятка тренера. Нажмите старт для вызова меню. Ну, это так очевидно. Интересно, что в настройках есть? Скорость текста, анимация боя, стиль боя с заменами. Звук моно. Не, почему моно? Стерео. Так, режим кнопок, так. Ну ладно. О, он реально, да, звук изменился? Так, до чего дошел прогресс? В компьютере можно хранить вещи и покемонов, как информацию. Да вообще. Так. А вы кто? Я ассистент профессора Ока. Профессор Ока, эксперт по покемонам. Многие известные тренеры получили своего первого покемона именно у него. Так, а на полках что? Большая коллекция книг о покемонах, понятно. Я ассистент профессора Ока. Ясно. Так, а ты Гарри, да? А, это ты, Эш, деда тут нет. А, ну ладно, на нет, сюда нет. Это похоже на энциклопедию, но все страницы пустые. А можно его в комп его влезть? Электронное письмо. Лига покемонов начала принимать претендентов. Возьмите ваших лучших покемонов и посмотрите, какие из вас тренеры. Отправитель, штаб Лиги покемонов, плата Индиго. По скрипту. Профессор Ок, пожалуйста, посетите нас. Надо найти Ока. Так. Где-то. Эй, стой, не ходи туда. А вот и он. Это опасно, в зарослях живут дикие покемоны. Тебе нужен свой покемон, чтобы защищаться от них. Я знаю, иди за мной. Так. Дед, я уже заждался тебя. Гарри, дай подумать. Точно, я просил тебя зайти, подожди. Итак, Эш, здесь у меня три покемона. Покемоны сидят внутри этих покеболов. В молодости я был профессиональным тренером покемонов. Но теперь у меня остались только эти трое. Одного я подарю тебе, выбирай. Остались трое, но это как-то, кстати, глупо. Эй, дед, это нечестно, как же я? Потерпи, Гарри, ты тоже получишь одного. А, так. Здесь бульбазавр находится. Ты хочешь взять себе травяного покемона, бульбазавра? Нет. Ты выбираешь Сквиртла, не торопись. Так, ты хочешь Сквиртла? Нет. Ага, ты выбираешь Чармандера, но не стоит спешить. Итак, Эш, ты выбираешь огненного покемона Чармандера? Да. Этот покемон действительно сильный. Эш получает Чармандера от профессора Ока. Хочешь дать кличку этому Чармандеру? Ну, вообще-то, думаю, что нет. Не знаю, мне кажется, давать клички как-то не очень. Ну, потому что мне фантазии, наверное, не хватит их придумывать. Да, так что не буду. Тогда я беру вот этого. Гарри получает Сквиртла от профессора Ока.
Ну ладно, молодец. Мой покемон круче твоего. Если дикий покемон нападет, твой покемон сразится с ним. Теперь ты можешь добраться до следующего города. Отлично. Погоди, Эш. Давай выпустим наших покемонов. Устроим поединок. А, давай. Соперник Гарри хочет сразиться. Соперник Гарри выбирает Сквиртла. Вперед, Чармандер. Пожалуй, это будет полезно. Эш, ты первый раз проводишь битву покемонов, так? Вообще-то Гарри тоже. Битва покемонов состоит в том, что тренеры выставляют своих покемонов друг против друга. Тренер, чей покемон теряет все HP и падает, проигрывает. Но хватит разговоров, ты гораздо лучше все поймешь на практике. Начинай сражение. А, бой, когти. Нанесение урона противнику – это ключ к победе. Так. Еще когти. О, критический удар. И добиваю опять когтями. Нет, еще не добил. Ну и тогда финальные когти. Вот. Сквиртл повержен. Чармандер набирает 70 очков опыта. О, левел ап. Шестой уровень. Так, атака увеличилась. Угу. Соперник Гарри побежден. Что? Невероятно! Я взял не того покемона. Эш получает 80 рублей за победу. Великолепно! За победу полагается денежный приз, а твой покемон набирается опыта. Тренируй своего покемона в сражениях. Мой покемон будет сражаться с другими и станет еще сильнее. Эш, дед, еще увидимся. Так, а нельзя мне еще этого бульбазавра взять? Последний покемон профессора. Ну, понятно. Эш, развивай своего покемона в битвах. Он должен сражаться, чтобы набирать опыт. Ну ладно, я пошел. Так, выходим. Думаю, в принципе, можно сохраниться. Мало ли что там. Так, как тут сохраняться? Просто сейф и все. Без слотов. Не отключай питание. Ну ок. Ну, как долго сохраняется? Так, путь номер один, это что такое? А, ну ладно, пойдем сюда. Опа, на меня напали. А, ратата! Четвертого уровня. Чармандер. Так, ну давай его когтями сразу. Че, он четвертый уровень, это дно. Попробуем рыком, что это такое. Так, атака снизилась. О. Хвостомах использует. Защита снизилась. Так, нет, тогда давай когти. Ого, критический удар. Надо добивать. О, все. Ратата повержен. О, седьмой уровень. Пока что быстро уровни набираются.
Ой, выучил атаку угли. Так, тут как-то можно... Так, селект. Важные вещи можно отметить для быстрого использования. А, стоп. Нет. Старт. Сумка. Зелье. Дать. Ну да, Чермандеру. Так, тренер, что тренер? 3000 денег уже есть. Значков ни одного. Покемон. Я же ему зелье дал, чё так мало что ли? Не понял. Досье. Характер мягкий. Так. Способность жар. Так, это... Не, ну жизни мало, он же сольется в следующей битве. Хотя атака угли появилась. Ну ладно, посмотрим. Ну я думаю, в принципе... Не, ну я не знаю, надо это... Где-то искать второй пополнить. Привет, я работаю в покемон-магазине. Это сеть магазинов, торгующих любыми вещами. А, ну это то, что мне надо. Посети магазин города Виридиан. Я дам тебе один из наших образцов. Держи. Эш получает зелье. Но я думаю, надо прямо сейчас использовать. 20 HP. Ну что-то оно не восстановилось, честно. То, что я в тот раз нажал дать, это было что-то другое. Это было не... блин. В общем, я просто ему дал в руки, типа того. Ладно. Тогда можно идти дальше. О, Пиджи, 3-го уровня. Ну, это ерунда, я думаю. Так, давай-ка сразу угли попробуем. Я думаю, он 3-го уровня вообще слабый. О. Так, а тут есть что-то типа маны или что? Ну ладно, попробуем, когда когти используем. То есть, в принципе, я могу просто использовать самые сильные атаки и не париться, или что? Я от этого не очень понял. Так. Что тут? Цветочки. О, кто-то ходит. Ты что там делаешь? Видишь уступы вдоль дороги? Ты можешь спрыгивать с них. Так можно без проблем добраться до Палитауна. Пока не понял, о чем ты, ну ладно, пригодится. Стоп, он... он про это? Понятно. Типа я могу в обход этих кустов. Ратата. Чермандера выбираю, естественно. Лучше пока некого выбирать. 3-го уровня? Ну давай его сцепилим. Дамаг использует. Защиту снижает. Так, тогда и давай угли еще. Вот и все. Да, это он удачно выучил эту атаку. Так, тут у нас понятно, это возвратный путь. Значит, даже никто не напал. Так, Виридиан Сити. Уже. Так, все тут у нас справа, ничего. Тут бегать никак нельзя. Не бегать нельзя. Памятка тренера. Атаки покемонов ограничиваются выносливостью, ПП.
Ну вот, типа, вместо маны. Чтобы пополнить ПП уставшему покемону, отнесите его в покемон центр. Гринти, привет. О, это покемон центр, видимо. Так, покемон центр есть в каждом городе. Их услуги совершенно бесплатны. Отлично. Добро пожаловать в наш покемон-центр. Хочешь, я полностью вылечу твоих покемонов? Конечно. Хорошо, это займет всего несколько секунд. А, чего без увеличения скорости на эмуле? Ну, не знаю. А зачем? Твои покемоны теперь полностью здоровы. Мы всегда готовы помочь. Раз сказала, что все могут бесплатно пользоваться тем компьютером в углу. Так, а что мне компьютер даст? А, ПК-билла? И что? А-а-а. Но мне пока что нечего оставлять или брать. Ой, я случайно еще раз выбрал. Выход. Единственное, можно скорость текста в настройках чуть-чуть увеличить. Быстро. Вот. А то слишком долго он пишет. Вот. Ну-ка попробуем. В покемон-центре полностью вылечит твоих уставших, раненых и упавших покемонов. Упавших, то есть, ну, потрачено, да, когда? Так, сюда можно? О, эскалатор даже. Приносим извинения. Беспроводной клуб покемонов еще не прошел тестирование. А, ну понятно. Я даже представляю, как ты долго будешь качать поков в начале без спидхака или как там, я забыл уже. Ну, не, я хочу без всяких там читов, улучшалок и прочего. Просто вот. Я впервые вижу эту игру, и я хочу ее пройти по-нормальному. Как в нее проходили вот на реальной консоли. А, хочешь, я расскажу тебе про покемонов гусениц? Ну давай. Катерпи не ядовитый, в отличие от Видла. Опасайся ядовитого жала на голове Видла. Окей. А, карт или март? А, наверное, маркет. Это не читы, просто увеличение скорости? Ну, не знаю. Привет, ты ведь испалит-то? Ну да. Ты знаешь профессора Ока? Пришел его заказ. Ты не передашь это профессору? О, я еще и посыльный. Хочу купить зелье. Никогда не знаешь, когда твоему покемону может понадобиться подлечиться. Так, а купить-то могу что-то? Эй. Нормально вообще. А, я понял, вот это вот. Ускорение. Я думаю, не буду это использовать. Ну, по крайней мере, пока. Но если ты говоришь, что там все так плохо, то посмотрим, но пока не буду. У тебя на поясе болы. Ты тренер покемонов, да? Ты всегда при своих покемонах. Он вообще-то один у меня только. Ладно, нам сказали пойти в Палитаун к Оку отдать что-то. Хотя нет, посмотрим, тут может где-то еще магазины есть или... Так. Это деревце можно срубить. Ну, а чем? Так, это выход из города или что? А, путь номер 22. А это что, тут нападают? Не-не-не, в общем, это не туда, надо вернуться к этому Оку. Можно качнуть немножко покемона. Одну биту. Ратата уровня 2, но это вообще будет легко. Чермандер. Угли. Нормально, обожжен. Так, защита Чермандера снизилась. А, он горит. Ну, ему когтей хватит.
Отлично. Правда, за такого слабого врага, конечно, дают мало опыта. Ну вообще, да, странно, что бег не сделали. Так, мы можем спрыгивать просто вниз. Так, ладно, пойдем сюда. То есть вниз, я так понял, быстро можно добраться. Так, хоп-хоп. Ну да. А тут все равно придется через кусты. А, не. Хотя, да чё, мне-то надо вообще-то сражаться. Но на меня никто не напал. Пиджи, третьего уровня. Так, Чермандер, давай-ка угли. Нормально. Давай когти. Все. Так, восьмой уровень. Отлично. Так, ок, наверное, в лаборатории, да, до сих пор? Да. Привет, Эш, как поживает мой бывший покемон? Вижу, он очень привязался к тебе. Похоже, у тебя есть талант тренера покемонов. Что такое, у тебя что-то есть для меня? Эш отдает пакет ока. Тор, привет! Ну я уже знаю, что ты хочешь сказать. Это мой именной покебол, я недавно заказал его, спасибо. Дед! Я совсем забыл, о чем ты мне говорил? Ах да, у меня есть кое-что для вас двоих. Это мое изобретение, Покедекс. Он сделает отчет о любом покемоне, которого вы увидите или поймаете. Это высокотехнологичная энциклопедия. Эш и Гарри, возьмите покедекса. Ого, что-то они здоровые какие-то покедексы. Как ноутбуки начала 90-х. Так, получили покедекс. Вам не получить всех сведений о покемоне, просто встретив его. Надо поймать покемона, чтобы получить полные данные. Вот этим можно поймать диких покемонов. Эш получает 5 покеболов. А, так, понятно, какой-то карман. А, ловля диких покемонов — это честная игра. Чтобы попытаться поймать покемона, нужно бросить в него бол. Но здоровый покемон может вырваться. Здесь не обойтись без везения. Собрать все виды покемонов на свете — это всегда было моей мечтой. Но я уже слишком стар для таких авантюр. Не хочу, чтобы вы исполнили мою мечту. Идите вперед, мир покемонов. Хорошо, дедушка, предоставь это мне. Эш, жаль тебя огорчать, но тебе ничего не светит. Знаю, я возьму карту Канта у моей сестры. И скажу ей, что тебе, чтобы тебе карту не давала. Даже не думай о том, чтобы угнаться за мной. Ну, пойдем к его сестре, естественно. Сейчас прочитаю, что там написали. О, карта. Так. А что с чатиком не так? Так. Игра хорошая, смотреть не буду, окей. Большая карта региона Канта. Она еще может пригодиться. Дедушка дал тебе поручение? Держи, это тебе поможет. А, надо было, чтобы она дала. Так, атлас, понятно. Так, как там посмотреть? Не нравятся покемоны, особенно смотреть. Ну что я сделаю? Надо пройти, потому что мне интересно. Так. Сумка, что ли? А где мне эта карта? А, покедекс, наверное. Так. Нумерация. А, так, Чермандер. Сквиртл. Пиджер, та-та. О, понятно. Рифтоман, привет. Так. Полевые покемоны.
Я не понял, для чего это меню. А, показывает его эти характеристики. Лесные. А, полевые, я понял. Я вчера не понял слово полевые. Полевые, лесные, прибрежные. Ну, в общем, понятно. А карту я пока тогда не понял, где посмотреть мне можно. Так, во-первых, можно еще раз сохраниться. Хотя после того, как посмотрел игра на 3D, покемоны просто гениальные. Так, да, перезаписать. Ну, 3DO это, да, такая консоль своеобразная. Так. Странно. Может, тут написано, как карту посмотреть? Что делать в этой ситуации? Как мне это сделать? Так. У нас он это не то. А, так, что я могу найти дурачок, и так. Дальше. Странно, а где карта? Плохой статус. Понятно. Разберусь. Завтра постримишь? Давай. Финалку или опять какую-то упоротость на 3DO? Так, что-то меня никто не нападает. А, и теперь я попробую поймать кого-нибудь там, не знаю, пиджи какого-нибудь. Летающий по-любому нужен. Ну давай тоже дальше. Так, ратата уровень 2. Не, ну я думаю, такое дно ловить не надо. Так. Давай угли, и он готов. Да. Ваншот. Ладно, так, я не знаю, опять заходить в покецентр. Я думаю, наверное, не надо, что я там потратил-то вообще. Ничего. Так, может теперь мне в магазин что-то продадут? Утилизар потом будет летающий. Ну да. Не, ну в принципе, я не знаю, ну как бы. Тут же можно много покемонов ловить, а не только 5 штук. Могу помочь, да, купить. Покебол. Нет, у меня есть достаточно. Зелье. 300 рублей. Ну, давай, наверное, купим. А, я могу много, да, носить? Ну, я думаю, два зелья надо точно. Да, 600 рублей. Так, противоядие. Распылитель вместе с грибом вылечить. Ну, понятно, от отравления. Но я думаю, сейчас вдруг попадутся какие-то ядовитые. Наверное, 5 штучек можно купить. Антипаралич, ну, 2. Да не, ладно, денег пока много, еще заработаю. 3 куплю. Так, отмена. Я не знаю, наверное, буду пока что легкие покемоны. Я буду их ловить, наверное, все подряд. Ну, в смысле, я имею в виду разных, конечно. Потише, я пытаюсь все это выучить. Внимательно читайте то, что написано на доске. Что там написано? Так, описание всех плохих статусов покемонов. Какую тему ты хочешь прочитать? Ну, в принципе, это довольно... Пар? А, паралич. Снижает скорость и может обезвредить покемона. Ну, это, в принципе, стандартно, да, для JRPG. Вот эти все статусы. После боя остается. Так. Сон. Тоже после боя остается. Будильник? У меня нет будильника. Ожог, ну я понял, он тратит постепенно здоровье. Антиожог. Ну, в общем, в принципе, это все понятно. Так. Тут что? Вечно зеленый рай. Я часто хожу за покупками в город Пьютер. Туда можно попасть через Вердянский лес. Так, ну Пьютер нам, наверное, надо. О.
Спири. Ты кто? Придумывать клички весело, но это не так уж и просто. Ну да, согласен. Легче запоминаются простые клички. Он записал на стене, как зовут его покемона. Папа очень любит покемонов. Ну ладно, так. Ты кто? Я выпил кофе и получил заряд бодрости. Что это за красная коробочка? Это же Покедекс. Позволь дать тебе совет. Всякий раз, когда ты ловишь нового покемона, данные в Покедексе обновляются. Ты не знаешь, как ловить покемонов? Я с удовольствием покажу тебе. Откуда он видло уже нашел? Так, выбирает сумку. А, там влево можно листать. Болы, покебол. Там кидают. Ну понятно, в принципе. Ничего сложного. Вот, ну что, тебе все понятно? Еще возьми вот это. Получает учебное ТВ. Так, если что-то будет непонятно, посмотри это. Здесь все основные сведения для тренировок покемонов. Ну, я думаю, разберусь. Вон там вот лежит покебол. А чем мне деревце срубить? Я могу это обойти? Странно. А, это зелье? А вроде выглядело как покебол. Так, а тут снизу вот тоже что-то... Что он там стоит? Я могу это обойти? Ого! Отражение даже есть в воде. Ну это круто. А, не, я не могу к нему попасть. Тогда пойдем налево, наверное. И все-таки, как карту посмотреть? Я не знаю, зачем там мне ее дали, если я не могу посмотреть карту. Так, наверху что-то есть? Так, это для чего? О! Эй, Эш! Направляешься в Лигу покемонов? Забудь об этом. У тебя ведь нет квалификационных значков. Без них охрана тебя не пропустит. Кстати, ты хорошо тренируешь своих покемонов? Сейчас проверим. Так, Гарри хочет сразиться. У него Пиджи уже есть. 9 уровня, но у меня Чармандер 8 только. Используем угли тогда сразу. Метка снизилась. Так, он может и зарешать меня вообще. Так, я не знаю, ну... Давай еще угли будем. Силы, может, задавим. Да сейчас вообще не буду попадать, походу. А, не. Давай еще угли. Что-то у него Пиджи 9 уровня, но... Ну, наверное, огненный тип превосходит этот, ну, летающий. О, 9 уровень. Так. А, он еще и сквизлом мне кидает? А, ничего себе. Так, ну... Он водный тип, но не знаю. О-о-о, не очень эффективно. Так, покемон. А, это выбор покемона. Сумка. Зелье. Использовать. Ну, сейчас так когтями его задавим. Да, чуть-чуть поэффективнее, но вообще, конечно, не очень. Надо быстрее ловить еще какого-нибудь. Промахивается! И Свиртл промахивается? Это как? А он-то почему промахивается? Стоп.
Так, атаку хотя бы снизили. Так, ну а как я... А, попал. Придется еще одно зелье. Нет, еще один бой вытерпит, один этот удар. То попади, нормально. Да что такое? А, зелье. Что-то много зелий использую. Надо было качаться, так. Ну когти, только попади. Так. А почему он не использует зелье? Опять промахивается. Так. Когти промахивается, да что такое? Не, надо выиграть этот бой, давай, попади. О, отлично, критический удар. Десятый уровень. Неплохо. Гарри побежден. Черт, тебе просто повезло. 144 рубля за победу. Я слышал, что в Лиге Покемонов крайне суровые тренеры. Я должен выяснить, как победить их. Тебе тоже следует поторопиться. Вот. Я не знаю, мне кажется, даже имеет смысл сходить в Покецентр. Потому что что-то как-то больно довольно было. Где-то тут Покецентр-то был. Ну да. Давай, вылечим. Да, привет. Несколько секунд. А в аниме там было, там сутки лечились. Видимо, решили, что это более реалистично. Я не знаю, купить зелий? Что-то я потратил. Так, стоп, это не магазин. Сейчас, так, ну я думаю, раз зелья так быстро расходуются, значит надо купить их побольше. А, я максимум 5 штук могу купить. Ну, я думаю, надо купить. Мне покебола пока покупать не надо будет, а какие-то еще вещи, я не знаю, тут надо будет покупать или нет. Ну, так что куплю на все. Так, все, уйти. И пойдем опять туда. Путь 22 какой-то. Непонятно. Так, что, нападет кто-нибудь хоть? Не. Во. Ну давай, кто? Опять этот ртата. Пятого уровня надо поймать. Так. Я так понял, вначале ослабить надо, да? Он же не сдохнет от одного удара. О, все, надо ловить. Так, сумка. Покебол использовать. О, поймал. Отлично. Первый покемон пойман. Данные внесены в Покедекс. Машина покемон, понятно. Так, очень острые. Ну, в общем, нормально, пригодится. Кличку нет, я думаю, не надо, у меня нет фантазии. Ладно, еще один бой проведем. О! Третьего уровня, но все равно надо ловить. Тем более он бьет сильно, скорее всего. Интересно, поджечь его эффективно будет. А, да
Очень эффективно. Ну ладно. Так, Лига покемонов, вход. О, да ладно, здесь? Ну то есть меня не пустят тупо, да? Войти могут только квалифицированные тренеры. Вам нужно получить каменный значок. Правила есть правила, извините. Ну понятно, в общем, мне сюда надо будет в самом конце игры. Вероятно. Так, пойдем туда вниз. А, нет, это что-то не то. Значит, туда наверх надо было, в Пьютер. А в Пьютере там этот был... стадион каменных покемонов в аниме. Но я думаю, наверное, здесь так же. То, что я вот так зигзагами хожу, это я не специально. У меня просто, ну, крестовина немного такая не очень. Стоп, а это что? А, ну это и есть стадион, да? Этот покемон-стадион закрыт. Интересно, где его лидер? Как он называется-то? Ой, да. Я не хотел спрыгивать. Сейчас надо прочитать, что тут написано. Покемон стадион Виридиан. А, ну понятно. Очевидно. Значит, наверх идем. Памятка тренера. Ловите покемонов, выполняйте коллекцию. Ну, в общем, понятно. Путь номер два. Ну, понятно, вперед, в Пьютер Сити. Пошли. Срубить я это не могу. Так, ну что, проведем бой еще один. Пиджи, надо ловить. Второй уровень. Ладно, ударю когтями. Если не убью, то поймаю. Да, что-то... Надо было сразу ловить. Да, по сути, таких слабых, наверное, даже поймать-то не смогу, потому что если не ослаблю, он же не поймается, вроде как. Ратата, может, и маленький, но не стоит недооценивать его зубы. У тебя есть ратата? Да, есть. Направляешься в Вердианский лес, и там настоящий лабиринт. Смотри, ты нам не заблудись. А что это за проходная такая? О. Памятка тренера. Ослабьте покемона, перед чем ловить его. Вот, а я не могу ослабить этим Чармандером. Так, тебе нужен будет покемон, который кидает сон или паралич. Даже с полными КП, если покемон спит, его можно ловить. А-а-а. Понял, понял. Мы с друзьями пришли сюда ловить покемонов-жуков. Все мои друзья обожают поединки покемонов. Но я думаю, мне этого тоже стоит поймать, который в Баттерфри превращается. Так, если ваши покемоны ослаблены и вы не хотите сражаться, то избегайте зарослей. Это очевидно. Любой из статусов повышает шанс поединки. Ну да, я понял. Так, я хотел поймать покемона, но он вырвался. Лучше носить с собой побольше баллов. Вон там что-то лежит. Зелье. Кто тут? Кого ты хотел поймать? Давай, где? А, ну я думаю... Так, это который в... как это там, Бидрил, да, превращается потом. Ну ладно, я думаю, можно поймать. Хотя я хотел вообще-то не его. Попробую когтями, посмотрим, как он атакует. О, ну я думаю, уже можно ловить. Ой, статус какой-то наложен. Клей. А, нет, скорость снизилась. Или это и есть статус? Так, а надо другими сражаться же покемонами. А надо как их выбрать-то? Почему он по умолчанию выбирает его Чармандера? Я думал, там перед боем будет выбор или что-то в этом роде. Не, ну я видел, что там меню есть во время боя. Так. Двухдюймовый шип на его голове, ядовитый остров. Хочешь ждать кличку? Да нет. Так.
А здесь вот, кто знает эту игру. Ладно, сейчас. Эй, у тебя есть покемон, давай устроим поединок? Давай. А здесь вообще можно поймать одинаковых покемонов? Ну, скажем, там, два вот этих Вилта, или, там, два Ратата. Так, Жуколов Рик выбирает Вилта. Видла. Так, Чермандер. Давай не Чермандера выберем, а Ратата. Возвращайся, давай, Ратата. Жало. О-о-о. Толчок. Ну все, потрачено. Так. Давай тоже видно тогда. Ну, на, и тебе жало. А чё у него здоровье-то? А-а-а! После того, как я его победил, у него здоровье-то не восполнилось, да? Не очень эффективно. Ладно, не буду мучить. Чермандер, давай выходи. Ой, ну ему Яо. Угли. Ну и все. Очень эффективно. Ну правильно, жуков жечь. Это самое классное. Так. А, он еще Катерпи выпускает. Нет, я не хочу заменить. Потому что они там уже дохлые. Вот, Катерпи мне надо было поймать, по идее. Ну ладно, я думаю, Катерпи тоже сгорит. Ваншот. Так, Катерпи повержен. Ну все, побежден. Нет, мой Катерпи в нокауте. 72 рубля. Вот так вот. Так, надо как-то их лечить, если там... Но который это валяется, я так понял, его лечить уже не получится. Надо покемон на этот центр идти. Так, ну вот этот Ратата, да, наверное. Дать, взять, не, подожди. Не-не-не, не так. Да, надо вначале было зайти в сумку. Сейчас, просто пока еще не... А, стоп, Атлас. Вот карта. Так. Кьютер. А это... А. Плата Индиго. Понятно. Палеттаун. Угу. В общем, я вот иду. Еще пещера Диглита впереди. Ну, в общем, понятно. Так, я хотел взять зелье. И использовать вначале на видло. Так что я могу использовать зелье на Ратата, если он в ауте. А, не возымело эффекта, надеюсь, я не потратил зелье. Вроде не потратил. Думаю, можно сохраниться. Так. Не, пойдем-то через травку вот эту. Итак. А, ты. Я хотел как раз таки видло выбрать, но против видла я не буду видло выбирать, поэтому на когти. Жало. Отравлен. О. Так, ну я вначале добью, а потом уже вне боя его вылечу отравление. А, так. Сумка. Противоядие. Ну все, ты норм.
О, а ты тоже сразиться хочешь? Эй, ты не пройдешь мимо, если ты тренер покемонов. Ты выглядишь так же, как и предыдущий, Жуколов Доу. Да чё тут у всех видло-то? Какие-то не оригинальные. Ладно, гори, потому что надо было ротата лечить, вот. Или они хотят, чтобы я видло здесь прокачал. Не знаю. 11 уровень. Так. Да, попробую заменить. Так. Видл против видла. У него два видла? Нормально. Клей. Да, это не очень эффективно. Так. На, тут других атак нету, то есть неэффективными только. А, у него 7 уровень. Нет, я не добью его так. Придется опять Чармандеров все доделывать. Так. Ну давай там уже, добивай его ваншотом. Да. А, видел, вон, на 5 уровне вырос, то есть опыт сохраняется. Отлично. Кого он там выбрал? Что-то я не обратил внимания. Да, опять пробую заменить. Я надеюсь, у него не третий видел. Какун. Оо. Давай, жало. Наверное, опять неэффективно, да? Да. Твердость. Защита выросла. Клей. Еще защита выросла. Так, скорость снизилась. Кстати, я не вижу, а тут вроде же нет полоски скорости. Ну как в финалке какой-нибудь там. А он атаковать будет? Мне кажется, он сейчас ультанет. Да. Не, ну я просто почему бью его сейчас неэффективными атаками, чтобы хоть чуть-чуть опыта набрал этот видл. Если этот какун начнет атаковать, я сменю сразу на Чармандера. Ну да, так еще так надо атаку, наверное, 20 сделать, чтобы он победить. Но только странно, почему он только защищается? Это же не Вабов. Защита больше не вырастет? Значит, атаковать сейчас будем, да? Твердость. Что-то он какой-то не очень. Ну ладно. Ну в принципе, я не знаю, как бы. Если нужно это ускорить, ну вот этим именно ускорением эмулятора, я могу это сделать, мне всего лишь одну кнопку нажать. Если нужно все в реальном времени, чтобы было, значит. Ну то есть, как бы, чатик решает, как обычно. Соответственно, если никто ничего не напишет, то по умолчанию будет все идти, как и должно быть. Сейчас добью потихоньку. Еще так, ударчиков, наверное, 8, да?
Кокуна, это, кстати, это же не из Катерпи вырастает. А из кого? Из Видла, что ли? Потому что из Катерпи там этот, забыл, Метапод, что ли, да, или что-то такое вроде. Так. Не, ну, что-то странное. Это, я не пойму, в чем прикол, что он не атакует, то есть, как-то, это такой баг или что, или просто такой тренер тупой. Не, ну сейчас, по-моему, опыта получит очень много видов. Думаю. 106 очков. Шестой уровень. Отлично. Что? У меня не осталось покемонов. 84 рубля. Ну, это было норм. Так, свяжитесь с профессором Оком, чтобы оценить базу вашего покедекса. Ну понятно. О! Противоядие. Так, а что у нас слева? Ну ладно, пойдем сюда. А, нам же сказали, что тут что-то вроде лабиринта, да? Катерпи, ловим? Ловим. Если не убью, конечно, с первого удара. А, так надо потому что выбрать, чтобы не убить. Ну, в смысле, не нокаутировать. Нужно Вита выбрать. Так, жало. А, и даже мало. Ну, я думаю, еще один нужно. Ну, по-моему, можно промахиваться. Так. Покебол. Ну, я думаю, готов. О, вылез. Not bad. Ладно, еще жало лови. Надо уже скоро будет Видло лечить. Ой, критический удар. Ну ладно. Так, ты кто, опять хочешь? Знаешь об эволюции покемонов? А, в чем был вопрос? Ну ладно, Жуколов Чарли. Метапода, вот метапод, это этот Катерпи выросший. Так, бой. Ну давай сожжем тебя. О. Да, надо других качать, Чермандер и так уже сильный, по крайней мере, на данный момент. А, он Катерпи выпускает, да, я хочу заменить покемона на Видло. Ага. Так, гусеница против гусеницы. Ну на, жало. Я надеюсь, это будет эффективно. А, ну да, я же уже дрался с Катерпи жалом. Что-то не очень эффективно, если честно. Может клей. Вот только бы он критически не сделал. Надо полечить. А, ой, не покемон, я хотел выбрать меню, сумка. Так. Серия. Да, видел. Продолжаем. Скорость до снизу. Ну ничего, жало. Надо, чтобы он выучил новую какую-то атаку классную.
Может, отравит? Катерпит это сильнее, чем мне попался 7 уровня. Поэтому так малоэффективны эти атаки жалом. Так, ну вроде пока что я веду. О, это был критический что ли? Что-то много потратилось. Но я думаю, это бьет. Все. Катерпи повержен. 79 очков опыта. Опять метапод. О, ну попробую не заменить. Но мне кажется, ничего хорошего не выйдет из этого. Тоже 7 уровня. Давай вначале клеим, наверное, тебя обклеим. А, он опять будет твердить, что ли? А, точно, метапод же, по-моему, атаковать-то толком не умеет. Ну ладно. Мне, в принципе, не влом. Я надеюсь, что мой видел выучит это, какую-нибудь новую атаку. Так, отравлен. Отлично. О, исчерпано. А, ну если исчерпано, то все. Ну, в смысле, как бы... У него других-то нет атак, которые здоровье тратят. Но метапод отравлен. И я, в принципе, могу тупо его, как бы, тормозить, и все, и яд его сам добьет. Так. Заодно он будет тормозом. Клей. Щит опять у него вырос. Метапод восстанавливает статус благодаря способности сброс кожи. А, все, по-моему, мне пора тогда болить. Ну, в смысле, Чермандером заканчивают. Ну, Чермандера, я думаю, с одного удара завершает. А надо было когтями, зачем угли тратить? Ну, ладно. Так. Что, уровни есть? Видел 7 уровня. Убежден. Я проиграл. 84 рубля. Видел эволюционирует. Вот тебе раз. Я ж не просил. Ну вот теперь у меня это черышка, которая только защищаться умеет. Видел эволюционировал в Кокуна. Выучивает твердость. Понятно. А, стоп. Зелень не надо там никому. Так. О, немножко еще в кнопках путаюсь. Так, посмотрим. Чермандер, Кокуна. Да не обойдутся. Только жалко, что ротата валяется. Вот это я немножко закрабил. Ну что, попробуем? Да не, ну почему Чермандер-то? Ну, давай используем Кокуна. Использует клей. Так. А, ну он жало по-прежнему может использовать. А, исчерпано. Вот ведь. Ладно, используем просто ради прокачки твердости один раз и идет в Чермандера опять же.
защита возросла. Чермандер. Ну, в принципе, я не знаю. Как-то особо не замечаю насчет скорости вот это. О, когти уже тоже сильные. Отравил? Отравил. Ну ничего, добью сейчас. Так. Ну, такими темпами я скажу, что это... Противоядие ты не напасешься. Да, излечивается, отлично. Итак, куда я вышел? А. Так, это что? Зелье. Ну, тоже неплохо. Что тут написано? Памятка тренера. Нельзя поймать покемона, уже принадлежащего кому-то. Ну, это ясно, да. Ты что, тоже сразиться хочешь? Эй, постой-ка, куда ты спешишь? Так, Жуколов Сэмми. Ага, Жуколов, я... Я думал, это фамилия. А он Жуколов. Я что-то думал, почему все фамилии одинаковые. Так. Не, вот... А, у него там атаки закончились. Ну ладно, придется так перед Сермантером всех добивать. Ну, 9 уровня у него видел. Стан, а вот мой видел до 9 уровня не дошел. Он превратился в... Как его? Какуна? Не добил. Ох ты, ну все, добил. Неплохо, так опыта много дали. Да, ты крутой тренер. 108 рублей, неплохо. Выход из Вертянского леса. Отлично. На дорогах иногда растут небольшие деревья. Я слышал, что покемонов можно научить срубать их. Да, я уже видел эти деревья. Знаешь о технике задержки эволюции? Когда покемон эволюционирует, можно прервать процесс. В начальной форме многие покемонов быстрее обучаются атакам. Многие покемоны обитают только в лесах или пещерах. Тебе нужно искать повсюду, чтобы собрать все виды. Да, вот про это говорилось. И там вот в пещере, видимо, какие-то покемоны полезные. Тут кто обитает? Да ладно, мне сейчас надо в покецентр, потому что... Это кошмар. Никто уже биться не может толком, кроме Чермандера. Так, понятно, получает опыт. Так, ты что скажешь? Это что? Пьютер Сити. Город серых камней. Пс, ты знаешь, что я делаю? А, нет. Распыляю спрей, чтобы дикие покемоны не лезли в мой сад. В Пьютере практически нет серьезных тренеров покемонов. В основном любители Жуколова. Пожалуй, только Брок, лидер нашего стадиона, профессиональный тренер. Что-то знакомое имя. Покемоны изучают новые атаки по мере развития, но некоторым атакам покемона может научить только тренер. Покемона проще поймать, когда у него плохой статус, но это мы уже знаем. 100% гарантии ничто не даст. Понятно. Покецентр, наконец-то.
Добро пожаловать сюда. Вылечи, пожалуйста, наших покемонов за несколько секунд. Ну, наконец-то Ратата сможет сражаться. А ты кто? Что? Команда Ракета в Лунной Горе? Эй, я разговаривал по телефону, не мешай. Ага. Ладно, идем к лидеру стадиона, наверное. А, не, в магазин, наверное, зайти. Хотя я там денег заработал вообще мало. Могу помочь? Ну, посмотрим. 372 рубля, все. Так. Ну, а, будильник, антиожог, трос. Длинная прочная веревка поможет найти выход из пещеры или подземелья. Баллончик с похожей жидкостью отгонит слабых диких покемонов на 100 шагов. О, интересно, кстати, изобретение в игре, чтобы слабые не нападали. Так. Ну, я думаю... Разбудит. Ну... Я просто не знаю, какие враги будут. Ну, я думаю, можно один будильничек купить, в принципе. Да, 250 рублей. Да нет, уйти. Если старательно тренировать покемонов, можно добиться невероятных успехов. Слабый покемон впоследствии может удивить. Какой-то мужик убедил меня купить у него Magikarpа. Этот покемон ничего не умеет, а стоит 500 рублей. Да. Бывают огорчения. Вы были в музее? Нет. Серьезно? Вы обязаны его посетить? Добровольно-принудительно. Вот наш музей. За вход придется заплатить, но это того стоит, поверьте. Ну... Как бы... Я не знаю. Ну, я думаю, можно зайти, посмотря сколько стоит. 50 рублей за детский билет. Ну ладно, давай посмотрим, надо же мир игры изучить. Так, это чё? Аэродактил, древний примитивный покемон. Я должен радоваться, что прожил такую долгую жизнь. Никогда не думал, что увижу драконьи кости. Кабутопс, древний примитивный покемон. Я только не понял, чем он примитивный. То есть, чем он примитивнее, чем другие покемоны. Я хочу себе Пикачу, он такой милый, я прошу папа поймать одного. Так. Да, скоро поймаю Пикачу, обещаю. Космический корабль. В этом месяце у нас космическая выставка. А при чем тут Кабутопс тогда? Вон. Камень Луны. Метеорит, упавший на лунную гору. Камень Луны? Что в нем такого особенного? Он похож на обычный камень. 20 июля 1969 года. Тогда человек впервые ступил на Луну. Чтобы посмотреть те новости, я купил цветной телевизор. Да, это круто. Ну и чё, это весь музей? За это 50 рублей надо было заплатить? Чтобы узнать, когда американцы высадились на Луну? Ну ладно. Стоп, а где вход-то? А, вот тут. Так, а сверху что? Ну, наверное, там выход дальше, да, куда-то? А, нет, тупик вообще. Говорят, Клайфери прибыли с Луны. Они появились в Лунной горе после метеоритного дождя. Покемон стадион Пьютера
компьютера. Лидер Брок. Тренер твердый как камень. Так, наверное, надо сохраниться. Сохраниться можно даже в помещении. Классно. Почему всего один слот сохранения? Так, а ты кто? Йоу, у тебя есть большая мечта? Ты смеешь мечтать стать стадионом... Ой, стать чемпионом покемонов? Я не тренер, но могу рассказать тебе, как побеждать. Интересует? Ну, давай. Отлично. Первым в битву вступает покемон, который стоит слева в твоем списке покемонов. Умело тасуя список, можно получить преимущество. Ну, это все, что я хотел сказать. Притормози, мелочь. Тебе 10 тысяч световых лет не хватит, чтобы стать таким тренером, как Брок. Да? Турист Лиам хочет сразиться. Джадут. О, огонь, по-моему, не особо эффективен. Но я думаю, не стоит Ратата на нем испытывать. Ладно, пусть Чермандер угли использует. О, неэффективно. Ладно, а когти? Неэффективно. Нет, я все-таки выберу другого, посмотрим, что будет. Давай, Ратата. Правда, 5 уровня сейчас как бы заваншотит его. О. Давай, Хустамах. Брат, не понял, что делает эта атака. А. То, что такое, сейчас опять лежать будет. Давай, Кокуна. Укрепление. Так. Давай, твердость для начала. Много тратит. Давай жало. Неэффективно. На него ничего не эффективно. А, на него вода эффективна, да, я вспомнил, но у меня нет. Ну ладно, побейся ты все равно, как он. Пока можешь. В принципе, ты тратишь здоровье. Да. Ну, я надеюсь, это его единственный покемон. В общем, против каменных я пока что вообще не очень. И сражаться с лидером, наверное, перспективы не особо. Отравил, надо же. Так, когда твердо сделаю. Еще твердость. У него пока яд действует. 5 осталось. Сейчас ляжет. Ладно, уходи. Да он там уже все защиту повысил. Кошмар. Ну ему осталось, вот я думаю, когти помогут. Ой, вообще неэффективно до такой степени, что, по-моему, вообще не потратилось ничего. Ну все, я-то его добил. Отлично, все опыт набрали. Сэншу. Заменить. Да. Не знаю. Нет. А я могу вылечить другого покемона? Не, мне кажется, вылечится Чермандер.
Так, давай-ка тебя, наверное, угли будут более-менее эффективны. Да. Пескоструй. А, опять меткость снизилась. Да ну тебе. Во. И когтями. Все. 219 очков опыта. 13 уровень. Мега коготь выучил, ну, наконец-то. Турист побежден. Черт. Световой год — это не время, это расстояние. 220 рублей. Да, что-то ты меня потрепала. Я могу же, да? Да, я могу выйти до центра дойти. Надеюсь, он на меня второй раз не нападет. Ну хотя, даже если нападет, лишний опыт не будет. Так, да, здравствуйте, давайте вылечим. Зачем так много диалогов каждый раз? А, я случайно нажал. Нет. Ну ладно, сейчас с Броком попробуем сразиться. Посмотрим, что из этого выйдет. Сохраниться. Так, надо посмотреть там. Вроде можно было менять, да, я так понял, по умолчанию. Ну пусть ротата выходит. А, вот сместить. Потом уже как бы как козырь, если что, выпущу Чермандера. Хотя какой-то козырь против камня. Итак, ты здесь. Я Брок, лидер этого стадиона. Сила моего духа передается моим покемонам. Все мои покемоны твердые, как камень. Да, мои покемоны каменного типа. Ха, ты вызываешь меня на поединок, заранее знаешь, что ты проиграешь? Что ж, я обязан принимать всех претендентов. Покажи, чего ты стоишь. Лидер Бро хочет сразиться. Джиадут, опять Джиадут. Значит, опять потратит этого ртота. Вот хвостомах, по-моему, было неплохо, да? А, нет. Попробуем толчок. Ну, наверное, вообще... Да. Да, зато против ртота это эффективно. Не, Кокуна. Ну, давай жало. Может, отравить может опять. Да, неэффективно, но есть шанс отравы. Отравление. Так что будем жалить его. Сейчас убьет. А зачем он сменил? Ну, Оникс — это печалька. Ну, давай, жало, но... Да. Это было прикольно. Ладно, Чермандер выходит. Но мне кажется, я рановато все-таки сюда пошел. Мега коготь, ну-ка. О, так это же нормально, причем еще критический удар. Ну все. И Оникс еще промахивается. Атака возросла еще. Пробуем угли.
все. Не очень эффективно, но достаточно. 324 очка опыта. 14 уровень. Отлично. Джиадуда опять выпускает. Нет, я уже не хочу заменить покемона. Я уже знаю, чем атаковать. Мега коготь. Вот. Ну, я думаю, углями. Два раза, наверное, надо будет. Укрепление, ну, лучше бы атаковал. Все. 220 очков опыта. Все, побежден, бро. Я недооценил тебя и проиграл. В доказательство твоей победы я вручаю тебе официальный каменный значок лиги покемонов. Отлично, получили каменный значок. Наличие каменного значка усилит атаку твоих покемонов. Также твои покемоны смогут использовать свет вне боя. Конечно, если ты обучишь их этой атаке. 1400 рублей за победу. Подожди, еще возьми это. ТМ-39? Что такое ТМ-39? ТМ, техническая машина, содержит атаку покемона. В ТМ-39 содержится саркофаг. Используй эту ТМ, чтобы обучить своего покемона саркофагу. ТМ можно использовать только один раз. Так что используй ТМ с умом. Так. То есть я могу кого-то из своих покемонов научить атаке саркофаг. Учитывая, что это каменная атака. Даже не знаю. Наверное, пока что не буду использовать ни на ком. Так, ну что, опять покецентр надо идти. А если я научу кого-то атаке саркофаг, я, может быть, и деревья смогу рубить маленькие. Надо сохраниться и попробовать. Да хотя даже и так, ну. Пусть там, не знаю. Так, а стоп, а они ограниченное количество атак умеют? Досье. Так. Где тут? Так, стоп. Атаки. А, вот. Когти. Рыбка. Четыре атаки только? Не, в смысле, я знаю, что у него четыре атаки, но... То есть больше нельзя или просто больше у него сейчас нету? То есть будет ли список длиннее? Ладно, сохранить. Итак, сумка. Контейнер. Открыть. Саркофаг. Остановить врага завалом камней. Снижает скорость врага. А, он даже не наносит урона, что ли? Использовать. А, не может. Нет, только каменного покемона можно. Ну, логично, да. А, куда теперь идти? Так, а вот в этом доме я был? Вроде не был. А, Нидоран, сидеть. Бу-бу.
Этот Нидоран не наш, мы его выменили, поэтому он такой непослушный. Покемон, которого получают при обмене, развивается быстрее, но он не будет уважать неопытного тренера. Вот если бы у нас были значки... Ну вот, видимо... А. Да как мне это дерево-то срубить? В кучу мест не могу зайти. Ну ладно, видимо, я тут еще буду когда-то потом. А куда мне идти? Не понял. Атлас. А... Направо куда-то. Значит, где-то тут пропустил, что ли? Направо есть тропинка. Вроде деревья одни. А, не, есть. Из Лунной горы были похищены окаменелости покемонов. Обратитесь в полицию Пьютера, если у вас есть информация. Я что-то не видел тут полицейского участка. О, Эш. Наконец-то я догнал тебя. Помнишь меня? Я ассистент профессора Оока. Я должен отдать тебе вот это. Кроссовки? Ой, ну наконец-то. Здесь есть письмо. Эш, надеюсь, тебе понравились кроссовки. Помни, что я во всем буду поддерживать тебя. Никогда не сдавайся. Мама. О, наконец-то. Можно бегать. А, прошу прощения, ты смотришь на меня? Что она имеет в виду? Дженнис. Так, выбирает Пиджа. А у меня Ратата, да? Ну давай. Толчок. Метка снизилась. Промахивается сразу же. А хвостомахом. Да ты ему попадешь или как? Все, уходи. Давай, ракуна. А, какая ракуна, в смысле. Опять метка снизилась, не нажала. Да, промахивается. Ну давай еще. Ого! Есть, отравил. Ну все, можно опять Чермадера ставить. Да, слабенькие они пока все. Ну, это, я думаю, не страшно. Он сейчас уже от яда тохнет. Простые когти, я думаю, порешают. Да. Отлично, Ратата, 6-й уровень. А, еще Пиджа? Заменить покемона? Да. Какуна, и надо полечить просто сразу. Надеюсь, я успею, да. Ой, не, не покемона, а сумка. Так. Зелье. Отлично. Бой. Жало. Опять метку снизил. Ого! Не, все, уходи. Зато отравил. Да, нехило он так. Ну
Ну, я думаю, он опыта успел набрать. Давай-ка мега коготь. Я думаю, это будет сильно слишком. А, не, я даже не убил. Ну, в смысле. Так. Все, я добил. Не нокаутировал. О, 15 уровень Чармандера. Акуна 8 уровень, отлично. Жадина. 144 рубля. Так, что тут у нас снизу? А, ничего. И с тобой сражаться? Ну... Так, тебя я видел в Веридианском лесу. У меня и так уже потрепанные все покемоны. Колтон. Ну давай, Колтон. Катерпи, заиздеваешься. 10 уровня Катерпи. Ладно, попробую вылечить вот эту. Бой. Толчок. Еще толчок. Да что такое-то? Еще давай зелье. Надо прокачать. Хотя, наверное, прокачаться надо где-то в лесу, а не на этих тренеров. Ой, да не, не сумка. Главное, чтобы критического не было. А то придется бежать в покемон-центр. Хотя, наверное, в любом случае надо бежать в покемон-центр. Потому что недалеко, а тратить столько зелий, это... Видел? Да нет, не буду менять, попробуем. Давай толчок сразу. Он еще и промахнулся. Так. Что-то он пока что здоровье-то особо мне не тратит. А, вот жало. Сейчас отравит. Не, не отравил. Неудачник. Ну давай, добей уже. Седьмой уровень. Отлично. О, быстрый удар. Выучивает. Катерпи. Ну нет, теперь уж надо этим. Сейчас быстрый удар посмотрим. Ну, он действительно быстрый. Но, правда, не очень сильный. Ладно, попробую еще быстрее. Столько зелий использовать. Да не, хватит. Лучше пойду в покемон центр. Пусть он Чармандер доигрывает. Да, как те эти, я не знаю, хватит, нет. Не, не хватило.
Теперь уже все. Нет, мои жучки. 120 рублей. Так, все, пошел лечиться. Да, довольно-таки это... Я не знаю, наверное, пока что они не прокачанные, но так часто нужно их лечить постоянно. Прям буквально после каждого боя уже все потрепанные, кроме Чермантера. Ну, наверное, да, потому что не прокачано. Плюс надо 6 покемонов. О, а там Джиглипуф стоит. И чё, все уснут? Так, ну ладно, посмотрим, кто там следующий. Путь номер 3. Странные какие-то названия, локации. Привет, я люблю шорты. Они удобно и их легко носить. К чему это? Малыш Бен. Ратата, отлично. 11 уровень. И у меня ратата 7 уровень. Упс. Посмотрим. Что-то он не то делает. Сейчас как ультанет, да? Из-за того, что у меня защита снизилась. О-о-о-о. Ну чё, может получится? Нет. Ладно. Придется опять бежать в покемон-центр. А, если он в нокауте, то он опыта не получает, да, наверное? Критический удар, но он еще на ногах. Да, не набирает. Эконс? Так, она сейчас, он будет этот Эконс отравлять сейчас меня. Запугивание. А. Да нажала. А, у него здоровья уже мало тоже. Ладно, Чермантер опять разберется, как обычно. Так. Ну, мне как коготь порешает все вопросы. Не, не порешал. Ну, второй раз уж точно. Так, 9 уровень, Кокуна, ну это хоть что-то. Правда, вот Ратата слился. Не могу поверить, что я ж получается 76 рублей за победу. А, у меня ж бег есть. Я и забыл. Да, выдача. Следующий. Не, ну после каждого боя бегать это, конечно, что-то не так. Еще с этим.
А тут еще куча боев. Ты действительно тренер, да, проверил? Грег. Видел? Ну давай, ратата. Быстрая атака. Травил. Ничего, давай быстрая атака. Так. Ой, ну не то опять. Опять отравит? Не. Не отравил. Давай быстрый удар. Ой, да ты прикалываешься. Ну, добей. Ну, у него еще, наверное, кто-то есть. О, 8-й уровень. Ну, я думаю, это уже полезно. Катерпи. Заменить. Да, заменить, потому что отравлен. Пусть Кокуна атакует. Правда, там будут у него сейчас неэффективные атаки очень. Ой, что-то я там заметил, у него много покемонов, еще, по-моему, 4, так что пусть Чармандер лучше. Так, давай угли. Ох ты ж, ваншот. Заменить? Ну, пока нет. Кокуна. Угли. Ваншот. Метапод. Ну что, опять что ли ваншотить? 9 уровня, но кстати он, наверное, выживет. А может и нет. Нет. Ну это. Да, конечно, травяные это просто вообще ничего. Против огня. Мне надо поймать покемонов посильнее, да, и других типов желательно. 108 рублей. Но я думаю, можно еще сразиться. А, яд. Так. Противоядие. Так, а ты не будешь, что ли, сражаться? А, будешь. У тебя такой взгляд, я заинтригован. Салли. Только 2 покемона. Ратата. 10 уровня. А, я не забыл. Ну, пусть Кокуна. Давай жалом. Отравил. Так, что-то он много мне потратил. Еще давай жало. Понятно. Все, сейчас добьет. Не, не успел. Чармандер. Не, ну Чармандер-то понятно добьется одного удара. Даже, наверное, когтями.
Термодер уже 16 уровня. Нидоран. Заменить покемона? Нет. Так. Давай мега коготь. Промахивается? Ты издеваешься? Мега коготь. Вот. Вот. Нет, Нидорана. Неплохо. Что такое? Термодер эволюционирует уже. Как-то он быстро. Великолепно, твой Термодер эволюционировал в Чермиллиона. Ну да, что-то он быстро как-то. Так, где Покемон Центр-то? Да-да-да, хочу вылечить. Так, ну там еще как минимум два тренера я видел. Сейчас сходим вначале вниз, сюда спрыгнем. Эй, ты не носишь шорты, они тебе не нравятся? Чё за прикол с шортами? Калпин. Спироу? Ого. По-моему, у меня это, ну, в невыгодном положении. Посмотрим. Рык. Атака снизилась. Опять, значит, рта нет. Да так себе. А почему два раза-то? Ничего себе. Ну ладно. Такуна. Вперед. Так. Жало. Злой взгляд. Трави давай. Отлично. Так, твердость. Так, страдает от яда. Твердость. Еще страдает от яда. Ну, я думаю, все. Ох, как эффективно-то. Все. Ну что, у него есть еще какие-то? А, не, все. Черт, черт, черт. 224 рубля, неплохо. Так, в принципе, даже можно не идти, никого не лечить. Я использую покемона, которого недавно поймал, но он проиграет. Джеймс. Катерпи. Ну извини. Не, ну, конечно, не доктор этот, а... Ладно, посмотрим, что за Чермиллион-то. Ну, это, конечно, печально для Катерпи. Просто когти.
Неплохо. Так у него Катерпи 11 уровня, как так? Как он мог поймать недавно Катерпи 11 уровня? Ловят там 3 уровня, там 5. О, ратата 9 уровня, отлично. Метапод. Ой, зачем я нажал заменить? Не, не буду заменять. Ну, ну уже на поле, понятно. Ну, угли. Все. Не обольщайся. Так, а ты кто? И тебе что-то надо? Робин? Странное имя. Джигглипуф? Я даже не знаю. 14 уровня. Попробуем Кокуна. Что, петь будет? Пинок? О, что-то сильно. Ну ладно, тогда Чермиллион по-любому. Песнь. Промахивается песню. Прикольно. Ого, сильный. Ну, он не устоит перед Чермиллионом. Да. Кокуна 10 уровня. Ну, у нее такой Джигглипуф. Как так? Да, на что надеялась Джигглипуф? Что такое? Кокуна эволюционирует. Ну, наконец-то. Великолепно, твой Кокун эволюционировал в Бедрила. Бедрила выучивает наскок. Not bad. Во, Нидорана. Да не ты, Чермиллион. Так, 6 уровня. Давай когти. О, все, 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 все. Итак. Покебол, вперед. Отлично, Нидорана пойман. С помощью огромных ушей распознает даже отдаленные звуки. Когда Нидоран напуган, он выпускает ядовитые шипы. Кличку не. Так. Что там дальше у нас? Так, я не знаю, сходить полечить или... Ну-ка. Путь номер 4. Так, а что на табличке написано? А, лунная гора. Наверное, все-таки сбегаю до центра, хотя вот с этим сразиться, наверное, надо, да? Мне нужно передохнуть. Путешествие с Церулиной отнимает много сил. Наверное, все-таки сбегаю, я еще раз подлечу всех. Особенно вот этого нового, Нидорана. Неплохо, уже 4 покебола заполнено.
Все. Ладно, погнали к лунной горе. Где она тут? Ну, я не знаю. Ой, случайно. Крестовина просто не очень. Может быть, прокачаться еще тут немножко вот в травке. Не до рана. Посмотрим, что ротата сможет с ним сделать быстро. А, надо же это. О, нормально, кстати. Ну ладно, пусть тебя добивают. Отравлен. О, как он мог отравить, когда он уже потратился? Противоядие 2 только осталось. Или что? А. Только одни недораны, что ли? А, не. Пиджи, надо же тоже его поймать. Ну ладно, пусть ротата. Наверное, еще не поймается. Надо еще потратить. Правда, есть шанс, что на квартиру промахивается. Два. Да что такое? Кстати, на 7 уровне пиджи неплохо уже прокачан. Да ты чё, прикалываешься? Так, а кто у меня еще есть? Нидоран? Так, выпад. Думаю, можно попробовать словить. А у меня почему только один покебол остался? У меня же вроде два места еще. Все, поймал Пиджа. Отлично, 7 уровня. Пиджа обычно скрывается в зарослях, выискивая небольших жуков. Сражаться Пиджа не любит. Полюбит. Ладно, пойдем. Да. Не буду опять бежать лечиться, то это немножко нудно. Посмотрим, что у нас тут. Путь номер 4. Ты тоже будешь сражаться, что ли? О, у тебя есть каменный значок. Тебе его дал Брок? Брок крутой, его все уважают. Я тоже хочу стать лидером стадиона, как Брок. А, тут вики-центр еще свой. Ок. Неплохо. Ай, я споткнулся от Джиадуда. Что? Да, отлично. А, все правильно. Нет, стоп, у меня покебол еще остался или нет? Не остался. То есть мне одного не хватает. Кстати, тот мужик сюда пришел, что ли? Команда ракеты терроризирует жителей Церулина. Не было дня, чтобы эта банда не попала в новости. Да? А я могу новости прочитать? Какая-то газета. А ты че? Привет, малыш, я предлагаю тебе сделку века.
И могу продать тебе уникального покемона, Маджикарпа. Всего за 500 рублей. Ты берешь его, а прав? Нет. Нет, ты отказываешься? Я и так занизил для тебя цену. 6 баллов на поясе, да, с тобой можно носить только 6. Но вообще-то у меня 5. Так. Сохранимся. Лунная гора. Так, тут нападают. ТМ-09, семена. У меня нету этого травяного типа. Вот здесь, наверное, нападают на эти песочки. Ага. Зубат. Он мне, к сожалению, ловить нечем. Давай быстро, да. Ого. Нормально прокачался. Ого. А, ты будешь сражаться? Подозрительные люди ошиваются в этой пещере. Кто у нас еще подозрительный? Кент? Так, Видл. И спробуем Бедрила. Привет, Хоббит! Вот ты дождался покемонов. Так, посмотрим, что есть. Наскок. Не очень эффективно. А, стоп, это против меня было. Ого, два... Три атаки? Нормально, кстати. Атаки не очень эффективны против Видла, но имеют место быть. Ну да, я видел в комментах. Не понял, 4 что ли? И сколько? 5 раз! Неплохо. Неплохо. Так, Хакуна выпустит. Ну-ка, что у меня там? Пусть Нидорана попробует. Так, злой взгляд. А злой взгляд, по-моему, понижает атаку, да? А, нет, защиту снимает. Ну ладно, выпад давай. Так. Супер эффективно, зачем бы я бы не сказал, если честно. Ну ладно. Видимо, просто как бы силы не хватает, но эффективно, тем не менее. Будем попадать. Потому что он, по-моему, жало выпускать что-то не собирается. Критический удар, неплохо. А, рекомендация по наполнению стрима. Ну, смотря что ты имеешь в виду, ну, пиши, конечно. Ты имеешь в виду вот экран видео или чего? 7 уровень получает Нидоран, ну отлично. 8 уровень получает, ну ничего себе.
Сколько опыта ты ему дали? Говорю, что это готовность. Что за готовность еще? Ты сильнее. 132 рубля. Так, вода. Антипаралич, отлично. А. Ну, так я вроде читаю, когда ловлю его. Так, зубат атакует. Ну. А, не-не, надо это. Посмотреть, что там на новая атака. А, то есть они там в покедексе записываются, и я могу прочитать, да? Ты вот это имеешь в виду? Ну, надо, да, тогда. Так. Готовность, что за готовность? Так. Укачивать готовность. Сосредотачивается? Типа, меткость повышается? Сейчас надо открыть СК2 на планшете, чтобы прочитать сообщение. Ну, в смысле, ссылку открыть. Так. Ладно, пока выпутово использую. Так, выпут еще. Строчку а-ля ей сильно дает ошибку сделанная та-та-та. А, ну, сейчас после боя посмотрю. Мне самому интересно. Так, готов. Так, 10 уровень, отлично. Да не, я же говорю, мне и самому интересно, сейчас посмотрим. Покедекс. Так, нумерация. Так, Чермандер. С самого рождения на кончике его хвоста горит пламя. Если пламя погаснет, покемон умрет. Чермиллион старается сбить врага с ног ударом хвоста, чтобы потом добить его когтями. Где еще 19 зрителей молчанов? Я не знаю. Так, Сквиртл, описания нету. Так описание появляется только когда я поймал, по-моему. Сейчас я ссылку открою. Ну, так... у меня, видишь, нет описания, пока я не поймал. Метапод. Только знаю название и все. Пламя колышется, когда покемон счастлив, и увеличивается, когда он разъярен. А, то есть ты предлагаешь, вот я, например, встретил Сквиртла. Открываю этот твой сайт и смотрю, где там Сквиртл, да? Так, а где тут вообще меню? Стоп, стоп, а как тут? Не очень пока понял. Сейчас. Так, Лига17.ру. Поиск, наверное, не очень удобный планшет. Ну да, я так уже понял. Так. Ну, в общем. Не знаю, сейчас просто, чтобы время не терять на стриме, я искать, конечно, сайт не буду. Если хочешь, можешь подсказать сайт какой-то, где, ну, типа, список есть. Желательно вот по номерам, вот как здесь. Ну вот. Ну, а если нет, то тогда на следующем стриме я уже сам найду. Так.
О, здесь тоже нападают. Так, ратата. Ну давай быстрый удар. Сколько он себе восстанавливает? Ну вообще там минимально, по-моему. Какой смысл? Гуф чё, стрим гуф? Не может быть. Даже дропов нет никаких, все зеленое, все идет. Чё, работает? Не, просто ну не может быть, у меня никаких проблем не пишет ОБС. А, все, ну отлично. Так, Джадут, вот его бы поймать бы очень хорошо, но у меня, к сожалению, нет покебола. Так, я думаю, Ратата против него это не очень, мягко говоря. Недорано попробовать можно. Как это Нидорана отравляет? Я же еще ничего не сделал. Ну ладно, в принципе. Готовность. Сосредоточился. Загрязнение. Электричество ослаблено. Ну, во-первых, да. Так, выпад. А, это неэффективно. Не, тогда давай уходи. Попробуем бедрила. Не, ну если что, Чермиллион затащит. Но он просто и так прокачанный. Наскок. Всего два удара и оба неэффективны. Но у него не сработал там удар, поэтому я еще раз попробую. Промахивается. Так, ну давай еще раз. У него все равно там яд еще. Так. Все, три удара хватило. Жалко, конечно, поймать бы его. Надо было бы. А, это выход. Опять зубат. Ну давай, быстрый удар. Ого, неплохо так. Толчок. Пока сам писать будешь. О, давай, хорошая идея. Спасибо. Так, то что написано? Осторожно, зубатый кровосос. Ну я уже понял. Что? Я жду, когда мои друзья отыщут меня здесь. И поэтому ты нападаешь на встречных. Ну хотя это же типа так. Бой челлендж. Что? У нее один только покемон? Клефери? Так. Быстрый удар. Давай быстрый удар. Сейчас я по себе я прочитаю. Бис? И что? А, у меня не было возможности выбрать. А, понял. Повтор атаки. Так. Он теперь всегда будет быструю атаку делать. Ну, в принципе, эффективно, почему нет? Я и так бы это использовал. Плюхи. Довольно-таки больно. Ну ладно, я думаю, добьет. Или нет. Песнь промахивается.
Давай, все равно быстро да. Плевухи. О нет. И опыта не получит. Провал. Не-не-не-не-не. У него здоровье мало. А, у меня же пиджи есть, я забыл, я же поймал пиджи. Так. Толчок. Ну он слабенький всего 7 уровня. Да ты издеваешься. Ты чё, Клафери? Ладно, Чермиллион давно не выходил. Как тебе хватит? Весь опыт себе забрал. 17 уровень за это взял. Как? 224 рубля. Зубат. Из-за обитания покемонов в темных пещерах их глаза атрофировались. Для ориентирования Зубата используют ультразвуковые волны. Клафери. Каждое полнолуние они выходят поиграть. Когда наступает заря, уставшие покемоны идут спать, прижавшись друг к другу в глубоких и спокойных горах. Я пойду, наверное, в этот покецентр. Причем я не знаю мне даже где купить покебол, потому что в магазине, который мне попадался, там не было. Так. Причем тут бегать можно. Ну потому что это не помещение, все правильно. Так, мне надо поставить на этот, по умолчанию не Ротато, а кого-то другого. Ладно, раз он уже... Не, против этого каменного это вообще не очень. Можно попробовать... Не, пить же слабоват. Ну, Бедрила пусть попробует. В любом магазине должны быть покеболы. Ну, может, и не заметил. Ладно, посмотрим потом. Так. Наскок. А, не, надо отравить его вначале, точно. Да, не очень эффективно, я знаю. Не очень эффективно, но когда так много, это уже более-менее эффективно. Жало. Не отравил. Зачем мне это электричество-то ослаблять? У меня нет электричества покемонов. Не очень эффективно. А, все, отравлен. Отлично. Причем он мне еще урон даже не нанес. А, ну давай. А хон это вообще что, если что, так? Я просто не очень знаю. Так. Моба игра, понятно. Я такое не очень люблю. Так, критический удар. Неплохо. 3 раза. А, ты на стрим играешь или просто так за себя? Так, ну что, добил? Добил. 4 удара. Понял. Так, лестница вниз. Ну там внизу я видел, что-то лежит. GTA 1? Подожди, разве ты проходил GTA 1?
Вроде я видел GTA 1, кто-то проходил, по-моему, это было вроде не то. Или я что-то путаю. Так, зелень. Не, вчера не смотрел. Что? Не подходи ко мне. Почему? Джован. Ну давай. Магнимайт? А, подожди, я перепутал с кем-то другим, ладно. Ну, Магнимайт это, в принципе, ладно, электрический. Посмотрим, хоть как он сражается. Я смотрел, ну, несколько дней назад там кто-то проходил уже GTA 1. Так, неэффективно, ладно, чем быть рукой выберу. Фиджи попробовать, то есть. Не, я помню твой голос, это... Как же эта игра-то? Дюна, что-то играл вроде, да? Так. Чё, толчок пусть попробует. А, не, подожди, Дюна, это не ты, это другой. Да-да-да, ну я немножко это уже путаю. Да, GTA, наверное, как раз таки ты. Ну, я думаю, вряд ли много людей на СК 2 играют в GTA 1. Это еще у тебя было, типа, это... Фишка, там... Было вначале написано просто GTA, и было мало людей. Потом написал GTA 1, и стало больше. О, вот это было эффективно. А, ну понятно. Ну я же даже у тебя был-то на стриме, в чатик тебе писал. Так, что? Волторб? Это кто? А, Волтер. А я не знал, что у него Б на конце в названии. Ну давай тоже испепелим его. Неплохо так. Не, почему? Я что-то точно спрашивал. Ну ладно, не важно. Что-то я помню, там писал. Так, когти. Весь 41, но для уровня недостаточно будет. Мои покемоны. Так. Что-то лежит. Опять зубат. Ну давай быстрым ударом. О, нормально. Неплохо так. Вопль, ратата неуязвим к этой атаке. Одиннадцатый уровень, отлично. Леденец нашел? Что такое леденец? Так. Энергетическая конфета поднимает уровень покемона на один. О, как? Ну, в принципе, мне вроде без надобности, я что, и так уровень наберу. Тебе придется пройти эту пещеру, чтобы попасть в Церулин. Так, Робби. Катерпи? Да что же вы с этими Катерпи-то? Правда, Катерпи 10 уровня, но это ничего не меняет. Да у меня нету каменных покемонов пока что.
Ну, хотя огненный был тоже неплохо. Заменить, да пока нет. А что, смотря, у него там дальше-то? А еще один катер? И а то ли 10 уровня? Ему прикольно, что ли, одинаковых покемонов держать? Так. Это защита снижает? А, нет, скорость. Я думаю, выдержит еще удар. Он еще клеит, скажем. Ну и добивай. Все. Метапода? Да, вот теперь, пожалуй, заменю. На... Пиджа. Может, метапод обычно не любит атаковать. Я думаю, что Пиджа есть шанс прокачаться. Толчок. Твердость. Так. Пескоструй. Неплохо, меткость снизилась. Так, толчок. Ну, да, это будет долго, но я добью. Если, конечно, он не начнет атаковать чем-то. Вот, практически половину уже снял. Так, твердость опять. Ну, я что-то не замечаю, чтобы с каждым разом все меньше и меньше тратил у него. Ну хотя, да, наверное. Ну как-то это так, не особо прям эффективно, это защита. Ну я думаю, еще два удара и все. Ну да. И Пиджа, я надеюсь, получит уровень. Ну не, по-любому получит уровень. 153 очков опыта. Пиджа 8 уровня. Пиджа 9 уровня. Отлично вообще. Выучивают вихрь. Да, прокачал нормально. Так, а, вот там что-то лежит. Сейчас опять на кого-нибудь зубата наткнусь. Давай, быстро, да. Укус вампира. 3 отнял, ну, так. Еще 3 от них. Ну я добью. Все. Готов. Что это? А, не успел. О, Клафери. Вот поймать бы. Не, надо, я не знаю, надо будет сюда с покеболом прийти. Не с одним, а с кучей сразу. Так, нет, я думаю, ему достаточно. Пусть Пиджа вон выходит. Так, вихрь. Вполне. О, на бис буду вихрь исполнять. Еще вихрь. Атаку снизил. Это не очень. А, все равно добил. Итак, это трос.
Так, трос у нас... Я забыл, что-то вроде ведет к концу пещеры. Длинная прочная веревка. Поможет найти выход из пещеры или подземелья. Ну, я так понимаю, это телепорт из пещеры, да? Скорее всего. Так, опять ты? Не, рота хватит. Так, кто у нас самый слабый? Нидорана? Ну, давай пусть выходит. Так, давай выпад. Ну, что-то это неэффективно. Выкачивает, ну. Так, выпад. Ну, я думаю, победа за мной. А может и нет. Выпад. Один удар остался. Замирает от страха? Ладно, ладно, уходи. Вон, пусть бедрило выходит. Да укус вампира тебе не поможет. Да вон джала, я думаю, тебе будет достаточно. Не очень эффективно. Да ладно, я думал, добьет. Ну, еще одну жалу уж точно добьет. Так, зубат повержен. Нидорана 9 уровня. Привет, я веду раскопки под Лунной горой. Ищу окаменелости. Иногда мне помогает Брок из Пьютера. Так. Да не, надо я забываю, все надо ротата убрать дефолтную клетки. Пусть он пиджа выходит. Два летающих. Вихрь. Не очень эффективно. Так, вихрь. Не, вихрь нормально, эффективно. Ну и последний раз вихрь. Нет, не последний. Ну, я думаю, толчка достаточно будет. Ротата 12 уровня. А чё же ротата не эволюционирует-то? А ты кто? Ого, эта пещера больше, чем я думала. Мариам. Одиш? Так, опять это-то. Ну, против Одиш, я думаю, в принципе, будет... Не, понятно, что Чермиллион будет нормально, но он и так сильный. Бедрило пусть пухает. Приманивание. Это что? Ловкость понизилась. Жало. О, критический удар. Дренаж.
Ну, а так себе ничего особенного. Давай еще жало. Не, его, видимо, не отравить. Так просто, по крайней мере. Ну, тогда наскок. Давай, три. Три раза только? Ну, не очень. Не очень эффективно. Давай еще наскок. Все. Так. Белфраут. Ну, пусть Пиджа выходит. Вихрь. О, это было классно. Взят захват. Получает урон от захвата. Давай вихрь. Чатик такой тихий, я не знаю. Наверное, никому не интересна эта игра. Пиджи 10 уровня. Ой, я проиграла. 176 рублей. В смысле, на кибере сидят. Я стримлю только на Good Game и все. И, ну, то есть, и плеер на СК2 висит. Никаких рестримов у меня нету. Так, Джадут. Не, ротата. Чё же забываю твоего убрать? Ладно, я думаю, Джаду, допустим, Чермиллион побьет. Мега коготь. Ух ты ж, как это эффективно-то было. Угли. Все. Два удара и Джадут готов. Да, но я так думаю, что мне по-любому надо выходить. Ты тоже следуешь эту пещеру? Подожди, я думал, я к выходу иду, я куда-то продвигаюсь. Ладно, не, просто у меня здоровья мало. Есть, конечно, пару зелий, но... Ладно, пусть Бедрилла выходит. Я думаю, его можно отравить. Так. Пиджи. Вихрь. Что-то. Ну все-то Чермиллион, и я ухожу. Довольно-таки сильный попался, что-то ротата. Зато все опыты набрали. Пиджи 11 уровня. А Пиджи там не хочет еще эволюционировать? Или ротата? Что-то они вроде же уровень-то набрали. Мега коготь.
Так, угли. Так, этот готов. Зубат. Ну, думаю, зубат это будет вообще не проблема. Угли. Ну, а чем я тут укус вампира? А интересно, укус вампира вообще против чего эффективен? Чермиллион 18 уровня. Проигрывать это не круто. 160 рублей. Так, это возвращаюсь. Это что, телепорт, да? Стоп. Не-не-не-не. Я выхожу. Правда, мне еще выходить тут тоже далеко. 100-500 раз сразиться придется. Так, зубат. Не, не тигр-та-та, все. Чермили. Мега-коготь. Все, ваншот. Опять этот зубат. Какие-то они глупые, нападают на того, кто сильнее. Хотя они не видят, какие у меня покемоны вообще-то. Ну, мега коготь, че. Ух ты ж. Крепкий. Интересно, здесь уровень противников зависит от моего уровня? Или как бы фиксировано, что, скажем, в этой пещере там приблизительно 10 уровня враги. Так, выход, все, выход. Так, отлично, полечили. Возвращаемся. Сейчас сразу пойду к этой лесенке, потому что я думал, это... В общем, это не то, что я думал. Опять зубат. Ну, попробуем его. Кутер-та-та, так вот теперь. Все, двух ударов вынес. Так, еще надо заменить покемона по умолчанию. Наконец-то я вспомнил. Кого поставить? Надо поставить самого слабого, потому что он вызывается при начале боя. И, следовательно, он опыт в любом случае получит, но если, конечно, не сдохнет. Стоп, кого я поставил? А, ну все правильно, Нидоран самый слабый, да. Пусть будет. Ладно, пойду в лестницу. Опа. Парас. Давай, выпад. О-о-о. Все, Парас повержен.
Опять Парас. Только 7 уровня, но это вообще дно. Выпад. Все, ваншот. Нидорану 10 уровня. Лестница. Так, ты кто? А, мы команда Ракета, а покемон Ганстеры, нас все боятся. Ракетный рядовой хочет сразиться. Сэншу. Ну я думаю, не буду испытывать судьбу, выберу посильнее покемона. Да пусть хотя бы... А, подожди, Сэншу это у нас... Какой тип-то? Земляной какой-то? Что-то не в курсе даже. Ну пусть Битрила попробует. Так. Жало. Неэффективно, но зато может быть отравит. Сейчас раза три попробую. Жало. Наскок. Три раза. Так, все понятно. Ладно, пусть. Так, ратата. Пиджи. Так, вихрь. Вихрь. Ох ты ж, как это было эффективно. Но и у него против меня эффективно. Вихрь. Чуть-чуть. Ой-ой-ой. Ну все, надеюсь, что просто добьет его. Все, фу. Отлично, все опыта набрали. Бедрила 11 уровня. Так. У него ратата еще. Снап, привет. Так, заменить, конечно. Так, ну пусть против ратата выходит ратата. Какого не уровня-то? О, у меня сильней. Быстрый удар. Так. Быстрый удар. И все. Так, Зубат. Нет. Зачем мне менять? Я Зубата с двух ударов убиваю. А, ну 11 уровня, но не с двух. Ну, все равно. С трех, наверное. Так, быстрый удар. Ультразвук промахивается. Отлично. Быстрый удар, все. Ратата 13 уровня. Гиперукус выучивает. Все, Командер опять в пролете. Как я зол. 352 рубля. А что он мне еще деньги? Это я у него деньги отжал, что ли? Вообще покемоны в последнее время довольно часто на СК2 мелькают. Смотрели все, видимо.
Я не знаю, я в эту игру играю вообще первый раз и не смотрел там никакие прохождения, ни стримы, ничего. Кусок звезды нашел. Посмотрим, что это такое. Единственное, я смотрел аниме оригинальное, ну, 5 сезонов. И все. Так, сумка. Так, где кусок звезды? Обломок красивого драгоценного камня, искрящийся красным светом. Стоит дорого. А что, его использовать можно или что? Странно, ну ладно. Так, можно, наверное, сохраниться. Давно чуть не сохранялся. Так, пошли. Зубат 8 уровня, но это не серьезно. Выпад. Ну, не до раны, еще слабенький, конечно. Так, явно нужно менять покемона, потому что что-то он не очень подходит. Вот ратата этих зубатов просто как семечки щелкает. Особенно 13 уровня. Это мир покемона, тут все друг дружке деньги после проигрыша отдают, а потом убегают. Идиоты не могут что ли сперва убежать? Нет! Ну как бы когда просто они сражаются, типа... Ради тренировки, это я понимаю, ну, как бы, типа, чтобы спортивный интерес был там, да, ну, то есть, стимул, как бы, деньги, но это же, как бы, просто гопник из команды R. Почему он деньги дал? Ладно, попробую на него выпасть, вдруг эффективно будет. Ух ты ж! А, он 5 уровня, понятно. Откуда здесь такое дно обитает? Так, далее. Что у меня там с покемонами? Ратата живой, Нидоран так себе. Я думаю, можно сходить полечиться, чтобы не беспокоиться. А на чемпионатах сражаемся за значок, выиграл, дали деньги, проиграл, сам деньги отдал. Что думать, вас такая? В смысле деньги отдал? Не понял. Ну в смысле, ну если за победу дают деньги, то логично, за проигрыш ты даешь деньги, потому что выиграл тот, ему же деньги надо получить тоже. Ну, кто выиграл. Восьмого уровня зубат, ну это так, вообще ни о чем. А, надо гиперукус было попробовать. Ну да, если проигрываю, да, ну так... Так одинаковая система, то есть почему я должен получать деньги при победе, а мой соперник не должен получать деньги, если он побеждает? По-моему, логично. Нидоран 11 уровня. Так, покецентр. Так. Ладно, там еще вторая лестница была, пойдем сейчас с нее. Я предпочитаю считать, что он в мозг у противника гость монет швыряет. И пока соперник управляет с унижением, главный герой выпётывает. А, ну... Может быть и так. Так, ну что, Нидоран, сейчас ты справишься? Замирает от страха? Чё за бред? Ладно, Ратата порешает.
гиперукус. Промахивается, да ты чё? Так, гиперукус. Вот, да ладно, не добил. Так, ну и просто толчок. Довольно часто тут нападают. Парас? Ну, недорано, я думаю, справится. Выпад. О, ваншот. Чё, опять зубат? Понятно. Так. Давай-ка сразу заменим. А вот пусть Пиджи попробуют. Почему нет? Наверное, это будет не особо эффективно, но надо же прокачивать. Хотя вихрит, в принципе. Да, нормально. Не, ну вот это вот выкачивание вообще такая бесполезная атака. Целый ход тратит, а восполняет там где-то 3 единицы, что ли. Одну вообще. Ну и все, толчок. Далее. Давай, Нидоран. Седьмого уровня зубат должен с двух ударов его убить. Нет, с двух не получится. А, ну, еще раз выпад. Атака прикольная, да, я согласен, но вот эффективность вообще ни о чем. Все, готов. То есть как бы атака, да, подходит, то что тут вампиры и все такое, но использовать ее, вот если бы у меня был бы зубат, я бы ее вообще никогда не использовал. Так. Джадут. Даже не знаю. Пусть Бедрила попробует отравить его, хотя это тяжело. Ну так, пару раз попробую. Жало. Не, не отравил. Жало. Отравил. А, отлично. Так, и так как я отравил, можно попробовать еще кого-нибудь, например. Например. Пиджа. Так. Давай вихрь. Вообще неэффективно, ну. Ладно, он все равно еще от яда там страдает. Ну, я знаю, что камень вода пробивается, но у меня нету водяных вообще никаких. Ну, я думаю, сейчас с учетом яда добьет. Я представляю, как было бы тяжело без водяного типа Джадуда какого-нибудь там 15 уровня убивать. Это кошмар.
Поэтому надо быстрее водяного находить. Он Нидоран 12 уровня. Нидоран выучивает 2 пинка. Так, еще одна лестница. Парас. Ну пусть Нидоран его. А, вон, 2 пинка, ну-ка. Ну, что-то слабо. А, потому что неэффективно. Столбняк. Парализован. У меня есть. Так. Антипаралич. Но неэффективно, поэтому я сменю. Пусть... Так, кто у нас слабый? Он бедрил. Наскок. Что-то вообще как-то неэффективно. Опять толбняк. Ладно, ротата. Быстрый удар. Вот. Только не подвизуй его. Все. Так. Опять командир. Значит, надо мне паралич убрать. Так, антипаралич. Бедрило. Все, норм. Так, сохранюсь на всякий случай. Ну чё? У нас здесь серьезная работа, вали отсюда. Рядовой. Зубак? Какого уровня? 11-го? Неплохо. Нидорана? Нет. Ротата. Хотя у него мало здоровья, но зато атака эффективная. Так, давай-ка. А ну-ка, гиперукус. Сработало. Ой, ваншот. Так. Эконс. Да, я хочу сменить покемона. Ну-ка, давай-ка. Пиджи. Вихрем его. Закружи. Запугивание. Так, давай, вихрь. Ну, в принципе, захват взят. Вихрь давай. Злой взгляд. Не добьет, наверное. Давай еще вихрь. А может и добьет. Жало. Вихрь. Отлично. Чё, всё? Пиджи 12 уровня. Неплохо, неплохо. 352 рубля отжали у него.
ТМ-46, воровство. Это что еще? Так. Контейнер. Украсть вещь у врага, если у атакующего нет своей вещи. Так. Интересно. Все полезно. Кому бы дать? Ну, наверное, пусть Пиджи возьмет. Да, пусть берет, ладно, Пиджи. Машина готова. Я не понял, его этой болгарка, что ли, разрезали? Или что это было? Семена, я так понял, никто не может. Да. Так же, как саркофаг. Так, отлично. И все здесь, да? Так, и по-моему, мне пора уже опять идти лечить, да, их? Хотя не, еще подерутся, я думаю. С тобой я дрался. Изучение навыков путем приклада дисков к колбу, высокие технологии Скалкова. Эй, что такое? Да ты же просто ребенок. Что ты мне предложишь? Геолог Маркус. Ну давай сразимся. У тебя 3 покемона, у меня 5. Джаадут 10 уровня? Неплохо. Нет, Нидоран не подходит. Давай-ка сразу Чермиллиона. Мега Коготь. О как. Да не поможет тебе это укрепление, успокойся. Угли. Готов. Еще Джадут? Пока не буду менять. Опять Джаду 10 уровня? Да это что, какой-то однообразный. Мега коготь. Ого, еще эффективнее, чем в тот раз. Когти. Я знаю, что неэффективно, но тем не менее. Оникс. Нет, да, тем более не буду менять. Оник 10 уровня. Мега коготь. Фу. Диск, промахивается. Угли. Готово. Это называют не очень эффективно? Ну давай, Снап, удачи. Так, победили Маркуса. Я в шоке. 360 рублей. Так, лежит что-то. Ну, я думаю, он уже справится с зубатым 10 уровня. Выпад. Так. Ну... Не. Не хочу. Пусть он ратата выйдет. Заодно вместе прокачаются. Так. Быстрый удар. Так. Быстрый удар.
Да, а вот теперь у меня такой встает вопрос. Так, я возьму камень луны. Так. То есть, опять выходить, чтобы в покецентр зайти, уже не особо, как бы, очевидная вещь, потому что мне идти довольно далеко, по пути я все равно порастеряю уже здоровье там. Так, что за камень главное? Камень черный, как ночное небо. Стимулирует эволюцию некоторых видов покемонов. О-о-о. Ну, в общем, пойду, наверное, вниз, только сохранюсь. Я думаю, если что, Чермилион затащит все. К тому же у меня вроде бы пара зелий есть. Или одно, не помню. Ой, да тут целая локация еще. И куча команды. Эликсир. Что за эликсир? Медицинский настой восстановит упавшего покемона с половиной HP. Вот. Это уже круто. Зубат. Тогда не буду тратить бесполезную жизнь у покемона. Сразу ротата пусть идет. Так. Гиперукус. Все. Так, посмотрим, что там с лечением. Вообще по жизням что? Ну, для ротата по-любому надо. А, надо было пить же использовать воровство попробовать. Ну ладно. Так. Пиджа. Бой, воровство. И чего? Я не понял, ну и чё, я ж ничего не украл. Ну еще два воровства. Не, они там, может, только если с тренером, а с дикими, наверное, не работают. Так, давай-ка. Ну, в принципе, пусть он Бедрилов. Нет. Ладно, пусть Ротата уже выходит. Отлично, вопль неуязвим. Гиперукус. Готов. Нидоран 13 уровня. Эволюционировать не? Не. Так, ну, жалко, я пещеру еще не успеваю пройти. В общем-то, мне, в принципе, уже надо стрим заканчивать. Так, я не того выбрал. Поэтому сейчас, наверное, где-то буду искать уже место, где заканчивать. Не того выбрал. Ратата. Ну, ратата будет до последнего биться. Потому что у меня есть воскрешалка одна. Гиперукус. Так.
5 парус. Выпад. Ого. Все. Готов. 100 очков опыта, неплохо. Так, зубат опять. Давай выпад опять. Выпад. Ну и третьего выпада будет достаточно. Выпад. Так. Ну я так думаю, что это может уже и конец для этой пещеры. Давай опять выпад. Критический удар, ничего себе. Критически неэффективный удар. Выпад. Так, может два пинка? А почему так неэффективно? Выпад тогда. Так. Выпад. Меняем дефолтного покемона на Ротата, хоть у него мало здоровья, но все равно. Хотя нет, ладно, не буду подставлять. Пусть Петрила будет. Ух ты ж тут. Мы, команда Ракета, найдем окаменелости. Возрожденные древние покемоны сделают нас богатыми. Рядовой. Ратата. Против Бедрила. Жало. Блин, у него 13 уровень. Все жало. Ну что ж ты не отравишься никак, жало. Так. Пришло время Чермиллиона. Угли. Готов. Зубата. Нет, заменить не хочу. 13 уровень зубата. Мега коготь. Отлично. Это ерунда, все. Угли. Все. Чермиллион 19 уровня. Ты злишь меня? 416 рублей, ничего себе, уже нормально платит. Стоп, это реально стена? Ладно, тут. Давай уже Чермиллион, чтоб быстрее. Угли. Все. Во.
Вот, и на этом месте я, наверное, буду заканчивать. Так. Да, перезаписать. Да, все, так, вопросы есть, там, замечания, предложения, жалобы, может. Если есть, можно писать. Я, как обычно, после стрима пару минут еще сижу в чате, отвечаю на вопросы, если есть. Вот, а на этом я стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Всех жду на следующем стриме. Он же будет, скорее всего, также по покемонам. Хотя, в принципе, я потом планирую, может быть, иногда разбавлять. Но пока что, скорее всего, будет по покемонам. Все, всем пока.